Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры, и мы сегодня играем за Берсерка. Так, ой-ой-ой, тут враги. Так, ну-ка. Памс. Наконец-то я себе дубинку сделал. Так, у меня очень неудобно сейчас стоит, знаете, что? Так, вот как она там? Вот как бы ее достать? Я-то ее не смогу достать. Видите, даже через броню наносится столько урона. А черт. Очень долго. Стояли пулемет, смотрите, тут башки нету. Да. Привык я к танку. Кто тут у нас? А где у нас добивалка вообще? Так, добивалка это Кью у нас, да? Вау. Вот как не попал-то, а? Ну как так? Там еще и мина стояла, ловушка. Ну, прилично так урона, кстати, Берс наносит в сравнении с танком. Но танк зато живучий. Раз в 100. Так. А, черт! Какого хрена? Что-то вообще быстро сливает, странно так. О, добыча. Блин, не попал. А, иди сюда. О, хорошо. Хорошо-то как. Прям когда хорошо попадает им. Да чертова морозка опять. Так. Интересно, как нас всех взяло так. А, ну все, мы выиграли. Очень быстро, 3 минуты понадобилось. Первый раз такой вижу бой мелкий. Ну, тут, конечно, произойдет вылет сразу, потому что... Ну-ка, чё он... Всё. Потому что, как я только нажму награду, сразу пойдет вторая карта. Ну что ж, наверное, на этом все. Лучше я сделаю 2 выпуска. Пускай этот будет маленький. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.